В Шевченковском районе Днепра сотрудники городской аварийной службы осуществили работы по замене трубопровода холодного водоснабжения. Так, по улице Каниского, 13, в подвальном помещении старые трубы находились в очень плохом состоянии, и поэтому от жильцов часто поступали жалобы на течь. Сварщик аварийной службы Петр рассказал, что трубы заменили на прочные полипропиленовые, которые прослужат долгие годы. Робили текучий ремонт по ХВС, замена холодной воды. Труба дуже в аварийном состоянии. Теперь мы поменяли ее на пластик. Теперь не будет перебоя постачания холодной воды жильцам. Важно отметить, что полипропиленовые трубы помогают трубопроводной системе сохранить свои характеристики и продлевают ее срок службы.